Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Об. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пектина 25 грамм. Пектины – это обязательные натуральные компоненты стенок клеток растений. Они являются гидросахаридами и придают тканям растений и фруктов высокий тругор и гидрофильный. Наиболее богаты пектином яблоки цитрусовые, причем наибольшая концентрация именно в кожуре цитрусовых, которую пищу не употребляют. Пектин полезно употреблять в пищу. Конечно, мы его получаем естественным путем при поедании овощей и фруктов, но при ряде заболеваний его назначают дополнительно. По своей сути, пектины – это наиболее распространенная и доступная нам форма растворимой клетчатки. Косметология отлично изучила свойства этого натурального загустителя и гелеобразователя и использует его в натуральной косметике. Применение пектина в косметологии таковы. Пектин – это энзим номер один в косметологии. Он не только сам прекрасно впитывает кожные клетки, но и повышает усвояемость и впитываемость других косметических активов. Пектин гипоаллергенен, поэтому подходит для всех видов косметики. Свойства пектина яблочно-цитрусовой косметологии таковы. Делает кожу упругой и разглаженной, способствует впитыванию витаминов, активов и других полезных компонентов. Идеальный увлажнитель для любой кожи. Способствует выравниванию тона кожного покрова, отбеливает кожу, способствует распределению меланина в коже, чем отбеливает с ее поверхности пигментные пятна. Имеет хорошее очищающее токсинов свойство, тонизирует, повышает тругор клеток кожи, способствует регенерации клеток эпидермиса, оздоравливает клетки кожи, активизирует их обновление. Имеет некоторые эффекты защиты от облучения кожи ультрафиолетом. Загуститель, гелеобразователь, косметический энзим. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем пектин нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!